Послушайте, мы же с вами недавно говорили, и вы меня спрашивали, кто для нас предпочтительнее в качестве будущего президента. Я Соединенных Штатов. Я сказал, что мы будем работать с любым президентом. Но я полагаю, что для нас, для России, Байден более предпочтительный президент. И судя по тому, что он сейчас говорил, сказал, я абсолютно прав. Потому что это адекватная реакция на то, что было сказано с моей стороны. Почему? Потому что он же не может мне сказать: Володя, молодец, спасибо, ты мне очень помог. Мы понимаем, что там происходит с внутриполитической точки зрения. И эта реакция абсолютно адекватная. А значит, я был прав. И то, что я говорил прежде всего для нашей аудитории, а не для американской.